Ребятки, всем привет, с вами Александр, просили Monster Legend, я тоже всегда рад записать серику по прокачке монстрика, у меня их еще очень много, которых не прокачанных, я даже легендарных еще много не прокачал, которые у меня есть, я уже молчу там про эпических, редких, необычных и обычных монстров, которых тоже некоторых прокачаем, потому что у меня уже, ну, много из простых монстров, прокачанные там на 3-4-5 звезд, чего не скажешь, конечно, про легендарных. Ну, сейчас у нас, ребятки, будет очередной наш монстрик. У меня с ним есть небольшая история. Это Firestorm. В общем-то, я его вывел целых 2 штуки. Было вот у нас буквально неделю назад шла акция. В новостях Monster Legend можно было это все дело увидеть, что нужно было скрещивать там водомагму с кем-то, и мы вот могли получить Firestorm. То есть там там было комбинации штуки 4-5, я пробовал 2, но получилось у меня только 1. Но зато 2 раза, как говорится. Так, давайте читать. Супергерой, обладающий силой жонглировать метеоритами и горячим сердцем, от которого девушки буквально тают. Он в огне. Так, суперка. Падение метеора. Есть метеориты, ребята, есть метеоры. Кто знает, в чем разница, а? Так, наносит всем врагам крупный огненный урон, может парализовать их. Так, огнем, ну, что у него скорость слабовато, а так, в принципе, хорошо. Так, первый у меня гуляет здесь. А где же, интересно, у меня второй гуляет? Ну, где-то тоже я уже их оба из гнезда высадил, потому что местом занимают. Так. Блин, что-то только что хотел вам показать. Но забыл. Ладно. Ладно. В общем-то, вот такой вот у нас монстр. Кстати, блин, давайте все-таки второго найдем. Может, вот там у него будут 2 рунки открыты. Чё же нам качать этого? Если у меня, может быть, есть ну, с открытыми ячейками монстрик. Так, где же его только здесь найти, ребята? Кто бы знал. Так, это максимальное отдаление. Куда я его мог запихнуть? Кто мне скажет? Так, тут Молтус гуляет. Просто у меня как бы нету специального места, где гуляют у меня монстры стихии огня. Потому вот здесь у нас получается вот такая вот ерунда. Сейчас нужно его искать. Кстати, да, ребят, нужно качнуть пирата. Каппербёрд, медная борода. Да много чего еще нужно сделать, ребята, потому... Так, где... А я не мог его сюда запихнуть. Нет, его здесь нет. Здесь у меня всякие там мелтеры, смелтеры. Вот, а, они же тут рядом гуляют. Вот я, незоркий. Смотрим. А здесь, ребятки, открыты 2 рунки. Значит, будем качать именно вот этого монстра. Итак... Сначала переходим на Монстр Вики в Алиоп, в общем-то, Firestorm. Мне, кстати, не сказал, какая же с ним история была. В общем-то, еще в начале, когда я начинал играть, когда у меня был очень слабенький уровень, вот он мне часто попадался в подземельях, и он вот этим своим ударом берет машину и бросает по тебе. Есть у него такой удар, короче, он меня часто, в общем-то, убивал. У меня на него зуб есть. Итак, давайте смотреть. Сила. 35-75, так это же чертовски много. То есть это же один из лучших показателей. Жизни 28, скорости 3000, маловато. И жизни тоже не особо. Суперка 5%, мы ее уже прочитали. Легендарный монстр огня, слаб, естественно, против воды. Так, начинаем читать. С первой группы начинаем. Так. Остановись прямо здесь, паралич 35, сила. За правду, мультик 30 по всем, огонь, почувствуй мою силу, дальше не понял, 35 по одному с поджиганием. Так,
поверни себя в сторону закона, что-то типа встань на путь истинный. 40 с параличом, за правосудие, мультик по всем 35. Пока что-то мне ничего не особо не приглянулось. Одинарный 45 с поджиганием. Сдавайся, злодей. Так, 60. Ну, вот этот можно брать. Потом на себя двойной урон и щит, возможно. По одному 45 с поджиганием. Гори в аду преступник. Гори в аду преступник. Но вот этот удар с чем они отличаются? Так, гори, страдай в огне, дьявол, 45 с параличом, 1 балл. Они же одинаковые, абсолютно одинаковые. Кулдауны, все одинаковое, то есть тут по барабану какой брать. Ну, вот этот лучше взять, здесь 31, а не 32 энергии. Ну, абсолютно вообще одинаковые удары. Так, ну давайте, что нам тут советуют, ребята. Сдавайся, злодей, 60, ну да, есть такой. Отдайся на милость справедливости, с параличом, да, стоит взять. Имя мне Firestorm, двойной урон, гори, дьявол. Так, с горением. Ну и все, ну и ультик. Падение метеора, ребята. Возвращаемся сюда. И давайте же будем это все дело воплощать. Но он у нас, как вы поняли, демагер. Поставим ему что-нибудь на силу. Вот так. Так, он у нас уже подростком стал. Чем-то мне что-то зеленого фонаря напоминает. Не знаю, чем. Во имя правды. Ухмылка у меня такая. Ощути мою силу, преступник. Feel my power, criminal. Valiant у нас было там, по-моему. Так и английский заодно можно подучивать. Стой на месте. Stay right here там было у нас. Так, сдавайся, злодей. Потом что-то там отдайся. Имя мне Firestorm. Во имя справедливости. О, во имя справедливости. Не надо нам. Гори, дьявол. Ну, давайте возьмем этот удар с поджиганием. У меня пока что все огненные удары получились. Так, гори в аду, преступник. Ну вот это тот же самый удар. Вот, абсолютно одинаковые. Ну пусть пока полежит. Так, и кстати, давайте, ребятки, в комментариях напишите, что мне сделать со вторым Firestorm. Оставить его, пусть деньги приносит, или разобрать на клетки и прокачать на 105 уровень. Так, имя мне Firestorm. Давайте его в конец поставим. Так, отдайся на милость правосудия. Вот берем с параличом. Ну и удар у нас, давайся, злодей еще. И вот сдавайся, злодей нам предлагает. Сильный удар, ну и сгорение. Но на самом деле, в принципе, то же самое. Тут он сгорит, но поскольку у нас уже удар с горением есть, можно взять просто такой вот силовой. Здесь выбор большой, нету однозначно лучших ударов, однозначно хуже. Можно было еще один удар с параличом взять, например. Thank you.
Знаете что, ребятки, решил-ка я ему и вторую рунку поставить, хотя бы какую-то дохлую, либо на скорость. Ну вот, допустим, там третью рунку ему на скорость поставим. И сейчас будем как-то где-то его тестировать. Так, сначала поставим вот эту вот штуку. Так, ну командные руны, что-то я их зря как-то их переработал. Непонятно во что, так сказать. Вот командная энергия нам точно не нужна. Делаем гибридизацию рун, так сказать. И идем. В подземельях у меня, ребята, ничего не осталось. То есть я это только что прошел. Здесь, как видите, вода, камень. А мы огонь сюда нам не под... Путь закрыт. Значит, идем на острова. Скоро закрыто. Но здесь мы уже все попроходили. Электрики. Давайте вот сюда пойдем. Огонь, огонь. Так, что-то как-то не хочется мне с огнем бодаться. Можно больше природы. И, а, здесь везде огонь. То есть я думал, это будет у нас природный остров, а он оказался у нас огненным островом. Тут смотрим. О, здесь то, что нам надо. В бой. Эпики. Ха! Сейчас их разберем, как тузик-грелку. Так, давайте возьмем мусу для защиты. Возьмем... Давайте Мултуса возьмем для сравнения. И вот так вот. Ну, кстати, а у них тут водичка есть. Давайте массовый щит. Мултус как Саурон. У нас так. Что у нас тут по ударам? Чем будем? Так, одинарный, просто сильный, удар с параличом. Давайте испытаем его. Вот, это он и есть, вот этот легендарный удар с машиной, который меня доставал. Так, нет, ну, вот так, чуть-чуть можно тебе ударить, никого не поджигай. Так, давайте просто регенерацию поставим. Наша задача обкатать фаерсторма по максимуму. Ого, давайте суперку посмотрим. Нормалек так, взял метеора притащил. Так, ну чё, давай просто добивай всех уже, ладно, разрешаю тебе. Неплохо, почти 3 звёздочки у нас получилось. Давайте дальше. Керидар, легендарная, 116 уровень у них, то есть ребятки непростые. О, Керидар сразу нам панику в джунглях зарядила. Спасибо, конечно, мы вообще выживем. А и с параличом, ну, сомнительно. Ну, посмотрим, попробуем выжить. Без Молтуса. Так, что у нас здесь? Давайте все-таки мы, пока сколько нас не подожгли, просто сделаем вот так. Так, парализовать нужно, конечно же, Керидар. Потому что она что-то оборзела. На тебе! Каким-то Бьюиком старым. Он снял щит. Снял все положительные эффекты. Вот черепаха чертова.
Ух ты. Выглядит прикольно. Ну, мы пока регеним немножко здоровечко. Так, давай вот так. О, ножи и щит, вообще шикарно. Опять снял! А что это у него за удар такой бесконечный? Ха-ха, горилла в дыню дала. Не больно. Так, выжигли всю энергию нам. Так, а Киридар часом уже не покойница, а? У нее много жизни было, то есть должно много у нее забраться. Да, как раз. Черепаха чертова. Проверка гравитации. Сейчас я тебе проверю гравитацию. Вот так. Вот это была проверка гравитации. Навалило так навалило. Так, ну, пора добивать тебя, гаденыш мелкий. Звук такой, блин, в наушниках классный. Чао, какао. Так, двойной удар я так и не испробовал, значит, ребята... Хотя, может, сейчас и испробуем. Ладно, давайте добьем, еще один бой сделаем, да и все. Ну, конечно, печально, мы потеряли Молтуса. А, давайте в бой идем, может, кого-то сейчас Молтуса заменим. Уберем Молтуса, поставим кого-то с командными рунами просто. Ну, Таймириона можно поставить. Можно куколку поставить. Так. Ну, Таймирион наш, конечно, вообще дико всех ускорит. Ладно, давайте Таймириона. Так, давайте сразу эту даму успокоим. Перезарядим тоже всех. Защитимся щитом. И усилимся. Х2. Так, надеюсь, нас никто не парализует. Так, черепаха, не смей атаковать фаерсторма. Вы это вообще видели? Это было подло. Надо ее выносить. Ну, черепаха покойник. Ах, это опять паника. Мой любимый удар. И тебе туда же. Ха-ха-ха-ха. А че это она не отодвинулась, как бы?
Чё-то я не заметил, что они там сильно замедлились как-то. Ха, меткость. Не поможет она тебе, старичок. Ты уже трупик. Так, ну моя задача сделать двойной урон Firestorm. Не знаю, правда, сколько это займет времени. Давайте. Ой, что я сделал? Нет, 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 не то. Где делись мои удары? Где эти лассо, мое любимое? Вот оно. По кому я попал? О. Нормалек. А зачем я деду Гана? Блин, он же и так сгорит сейчас. А нет, не сгорит, смотрите вы. Так, на тебе деду Ган тогда еще. Удары дорогие, да? Не ниже тридцаточки каждый. Плюс 35 к скорости. Ну это все, ребята, возня, потому что, блин, мне нужно использовать двойное усиление. Но у них уже жизни мало. Давай, дубль 2. У них у обоих, смотрите, стоит замедление времени. Давай, Firestorm, давай. Я уже не знаю, что на них накладывать. Ну, давай, жги. Так, сколько будет урон? 27 тысяч. Ну, нормально. Вот ради этого мы тут сидели чуть ли не 5 минут, это все дело ждали. Ну, вполне себе нормальный монстр, ребятки. Хоть он не входит ни в какие топы. Ну, для разнообразия можно взять его себе. Вот такие вот у меня возникли мысли после этого видосика. Так что пишите, ребятки, что будем делать со вторым. Его пустим на мясо. Сколько он приносит? 15 золотых. А этот приносит 12 плюс 40. Ну то есть 15 это уже как минимум не так уж плохо. Да, это довольно хорошо. Значит, я все-таки думаю, ребятки, стоит его оставить на золото. Ну, на этом тогда все. Всем спасибо за просмотр. До скорых встреч. А подождите, а что у меня здесь чешир делает? Я же его уже прокачал. У меня что, 2 чешира? Но это я сейчас буду разбираться. А вам до скорых встреч, ребята.